Друзья, хочу показать вам, где в Харькове можно еще покупать монеты. Монеты, банкноты и не только. Мы находимся на Героев труда. Вот такой вот комплекс. Есть и альбомы. Я как раз приехал, ребят, за альбомом. Немножко дальше расскажу, что я планирую. И монеты вижу и в серебре, и наверное, юбилейные обычные есть из недрагоценных. Инеида вижу. А, могли бы показать? Давайте посмотрим, друзья. Очень необычный формат. Это впервые в Украине что-то сделали подобное. Да, это у нас есть, конечно, еще пектораль, эту монетку, или даже сказать, 4 монеты я показывал на канале. Вот. А по этой монете, она получается в одной капсуле, полностью не раскрывается, да, есть определенные голограммы защитные, да. Вот. И сколько такое стоит, красота такая? 28 тысяч. То есть порядка $1000, да, сейчас такое. Но какой тираж, не помните, сколько у нее? 1200. 1200 штук вот таких необычных. Вообще очень здорово, что в Харькове есть такие места, где можно вживую посмотреть любые монеты Украины. Очень дорогие, серебряные и золотые. А, друзья, а у меня вот такая идея возникла. Я сейчас куплю себе альбом памятных монет Украины. И будем с вами заполнять этот альбом. Я буду рассказывать про каждую монету, которая есть в коллекции здесь. Потому что у меня очень мало роликов про памятные монеты, про юбилейные. Я бы хотел больше снять, рассказать немножко истории. Так что следите. Купил я в этом замечательном магазине на Героев труда в торговом центре «Космос». Ребят, просто невероятная коллекция средств для чистки. Для чистки монет. Я думаю, не только монет, всего серебра, золота. Смотрите, немецкое и украинское, наверное, производство, что просто невероятно, сколько много. Тут, конечно, чтобы такую коллекцию хранить, нужно место. То есть нужно себе выделить отдельную стенку, да, где они... А как они хранят? Квартира отдельно для коллекции ваших машин. А как они хранятся? Вот так в коробочках? Их даже не распаковывают или все-таки можно распаковать? В основном те, кто коллекционирует, те распаковывают. А, те, кто... чтобы можно было как-то, да, посмотреть, перевернуть там... Они, конечно, пылятся, да, друзья, в этом формате. Но их как в альбом монет их не сложишь. Разве что в какую-то витрину их поставить. Друзья, чтобы разбираться хорошо в монетах, очень важно покупать себе литературу актуальную. Вот смотрите, здесь много вариантов. И ТК «Коломиец», и есть от Максима Загребы. Скоро выйдет новый выпуск данной книги. Так что ждите, я обязательно сделаю обзор. Вот, про банкноты. Вот я уже показывал эту книгу. Очень красивая, красочная, замечательная. В двух вариантах. Вот там, вот дальше. Возможно, какая-то тема по елочным игрушкам. Сейчас Новый год. Люди начинают, как говорится, доставать свои пакеты с игрушками и продавать, выставлять их на аукционы, приносить в магазины. А вы поштучно продаете тоже? Да, или поштучно. Только? А сколько такая штучка, если одну купить какую-то? 2000. Да. Самые продаваемые серебряные монеты. Они неординарные, да? И они подходят любому человеку. Угу. Широкая аудитория, то есть не только там, да, как знаки зодиака. Монету взять и подарить, она подойдет все равно. Там и с той стороны, и яни, всякое такое. То есть если вы хотите, друзья, на подарок что-то, то вот эта монета прям универсальная и красивая, необычная форма, украинская и такая метафоричная, да? То есть можно сказать, что она... для каждого будет нести что-то свое. А наборы монет Украины? Сейчас какие у вас есть? У вас самые какие-нибудь первые есть? С 11-го года. С 11-го. Области, коллекция, да, полная. Области Украины замечательные. И вот полная коллекция золотых монет. Ух ты. Это знаки зодиака, получается, да? Да. Знаки зодиака. Ну, конечно, тоже непонятно, кто будет собирать коллекцию знаков зодиака. То есть, вроде... Как бы, да, свой обычно знак покупают себе, а для кого-то... Хотя... И как, часто-то вообще спрашивают такое, или... Ну, наборами не часто, но берут. Угу. С целью инвестирования больше.
Ага, инвестиции. Они очень маленькие, там же сколько грамм? Один почти грамм, совсем малюткий. А какая самая редкая из этих? Они одинаковые. Ну, хочу сказать, что я получил огромное удовольствие от посещения магазина, когда можно посмотреть все альбомы, все монеты, каталоги, все, как говорится, в руках подержать. Монеты в золоте у нас украинские, которые действительно, ну, не у всех есть в коллекции. И хочу сказать, что те, кто в Харькове, обязательно заедьте в магазин. Это метро Героев Труда, торговый комплекс «Космос». Здесь, ну, космические монеты. Поставьте лайк, если вам было интересно посмотреть, как выглядит вот такой вот реальный магазин, можно сказать, магазин НБУ, да, со всеми монетами. И задавайте ваши вопросы, будем отвечать. И всем пока!